онкологические заболевания по-прежнему остаются второй причиной смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Растет число выделяемых подвидов рака, но разные опухоли могут иметь похожие свойства и визуализацию, что приводит к выбору однотипных стратегий лечения по устаревшим протоколам. При этом эффективность и результаты терапии могут сильно отличаться. Это связано с тем, что при диагностике не учитываются молекулярные особенности опухоли. Старые методы лечения рака становятся неэффективными. При внешне схожих симптомах у пациентов генетические механизмы возникновения опухоли различны и требуют различных подходов к лечению. Сегодня анализировать первичную структуру геномов и полный набор ДНК, содержащийся в одной взятой клетке, становится возможным благодаря омиксным технологиям. Омиксные технологии – это целый комплекс самых современных технологий, включающих геномику, транскриптомику, протеомику и метаболомику. То есть информацию о данных на молекулярном и клеточном уровне, который описывает все процессы, происходящие в организме. Такие исследования проводятся и в лаборатории омиксной технологии Казанского федерального университета. При помощи омиксных технологий мы можем определить, какие белки или какие гены меняются при заражении, при ракообразовании или при каких-то заболеваниях. Это независимо от каких-то вирусологические заболевания или микробные, то есть бактериальные или каких-нибудь других инфекционных заболеваний. Мы очень просто можем это все делать в нашей лаборатории при помощи протеомики, транскриптомики и геномики. Изучать структуру клеток для определения вирусных заболеваний и заражений в организме человека можно при помощи секвенирования. Секвенирование генома может обнаружить те или иные мутации, присутствующие в раковых клетках. Полученные данные о клетках после секвенирования отправляются на анализ и далее вносятся в открытую библиотеку данных. В лаборатории омиксной технологии есть свои оборудования для секвенирования. Вот, например, этот секвенатор определяет полный геном человека, а вот этот секвенатор последнего поколения может определить полный геном бактерий и вирусов. Полученную информацию о молекулярных маркерах опухоли обрабатывают биоинформатическими методами и сравнивают с аналогичными данными о других опухолевых и нормальных тканях, накопленных в соответствующих базах. Это позволяет принципиальным образом изменить подход к выбору эффективной терапии в каждом конкретном случае. В итоге применение омиксных технологий персонализирует подход к лечению пациентов и в перспективе увеличивает вероятность благоприятного исхода. Благодаря омиксным технологиям лечение перестает быть одинаковым для всех и становится более персонализированным. Врач назначает пациенту то лекарство, которое действительно ему подходит, а не то, которое рекомендовано в стандартном протоколе лечения.